Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с председателем Волгоградской областной думы, руководителем Волгоградского областного совета ветеранов Александром Блошкиным. На повестке дня бюджетная и налоговая политика на ближайшие 3 года, а также подготовка к пленуму ветеранской организации. Отметим, проект регионального бюджета, составленного в соответствии с 10-летней программой развития города-героя Волгограда, уже обсудили профильные думские комитеты. На этот раз упор сделан на социальную направленность.